Очередной конфуз британского министра иностранных дел. Бывший мэр Лондона Борис Джонсон и в роли главного дипломата позволяет себе довольно эпатажные выходки. Чем на этот раз отличился Джонсон и как это повлияет на процесс Брекзита? Светлана Чернецкая из Лондона. Борис Джонсон возглавил Министерство иностранных дел Великобритании почти год назад. Но за это время так и не приобрел необходимых навыков дипломата. В этот раз сказал, что думал в адрес Европейского Союза. Мол, счет за выход, который ЕС требует от Британии, просто грабеж. И пускай Евросоюз go whistle, что дословно переводится как «идет свистеть», то есть получит отворот-поворот. Суммы, которые рассматривает Евросоюз в качестве выплаты от Великобритании, мне кажутся вымогательскими. И я думаю, что получит отворот-поворот вполне подходящее выражение. Красноречие министра уже оценили в Брюсселе. Главный переговорщик по Брекзиту Мишель Барнье заверил, что не слышит никакого свиста, только тиканье часов. Мол, пока Британия и ЕС не согласуют сумму бракоразводного чека, не смогут продвинуться в переговорах по Брекзиту. Кстати, речь идет о десятках миллиардах фунтов. В Лондоне же предпочитают не замечать неуместных высказываний главного дипломата. Ему уже сошли с рук обвинения саудовцев в кукловодстве. Ну и напомню, что Борис Джонсон – победитель конкурса на самый оскорбительный стих в адрес президента Турции. Правда, тогда Джонсон еще не был министром иностранных дел и уже не был мэром Лондона. И эта выходка не помешала премьеру Терезе Мэй через полгода назначить его главным дипломатом страны. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».